Я попал на полный сервер, представляете? Мы во Флоренции, охота. Я играю за пиратку, посмотрите, какой клевый скин. Все-таки, может быть, только из-за него стоит купить Ancestor Map-пак. Тут просто толпа пираток. А, я видел же круг. А меня, блин, меня это... ядом зафигачили. Отстой. Смотрите, как я упал. Блин, яд это полная херня. Ты даже не понял, что тебя отравили, ты... и сдох. С радостью пойду сюда. Ну, алё, гараж, ну. А, двойника еще время есть. Понял, все, убегаем. Черт, там было прямо это. Враг был прямо передо за мной. Да блин, дайте мне какую-нибудь толпу. Ага, похоже на меня. За мной двое гоняются. Почему мне показывают-то, где враг? Вот, наверху. Может, это способность какая-то? Хотя нет, меня не убивали так часто вроде. Видимо, как-то выяснила, что это я. Но я не успел нажать круг, да. Пофиг. 3000. Где вся моя команда? Фак. Вот они вдвоем идут. Отстой. Чё? Я не понял. Почему? Я не понял, почему он ее начал бить. Что-то я не понял, как работает двойник. Да, 900 очков, это просто охренеть. Ну понятно, он всю команду и тащит один. Этим ядом. Где все мои, а? И в таких пикулях. Ну, 5450, опять он же. 3400 у него. Я не могу до своих добежать. Да почему меня так далеко от своих-то респаунят? Пошла в жопу. А, ну их тут двое было. Я уже ничего не сделал бы. Меня заработал 300 очков для команды. И вышел на 6-е место. Я этого даже не хотел. Да господи, да спустись ты, я зажал круг, и все равно ничего не произошло. Нет, двойник, убей ее. До свидания. Ну смотрите, опять меня... И что мне делать с этим ядом? 850. Этот яд, по-моему, такая имба. Увидел человека, сунул ему яд, получил 750 очков за это. И чё? И смысл? Дайте тогда как-нибудь от яда избавиться. Ну это же реально нечестно, столько очков ни за что буквально. Потому что этот яд становится доступным не сразу. Эй, чувак. Ассасин Эцио, иди сюда. Эй! Да кто ты, кто это сделал? Кто это сделал? Вот. Да как же мне не... 600 очков? Я его заметил, хотел ударить, ему дали за это 600 очков. Да, конечно. Угу. Какого хера кто-то дым кинул? Ну я так понял, раз он начал кашлять от него, то непонятно, что это было. Я хочу... Я... вот это да. Я хотел сесть на нее. На скамейку, но зачем-то побежал вверх. Да.
Нет, он вытащил только из-за того, что у него есть скилл с ядом. Больше ни за чего. Ну и там вот этот нонсенс был только что, то, что он в дыму не смог убить. Да. Бежим сразу до этой, вдвоем будем мочить. Ну у нас яда, если у нас нету яда в команде, то тогда нам жопа. Кто? Вон они, вдвоем сидят. Если подойду, она дым кинет. Бумс. Еще кто-то здесь стоял. Ага, окей. Побежали дальше. Где? Окей. Блин, да она бегает. За той, за которой я иду. Ага, а это нет. Дура. 550. Обманул ее. Так, одна осталась живых, нет, уже две. Окей. Но это ближе. Из этой гоняются все. Поэтому я побегу за этой. Ну, не побегу, конечно, а пойду. Пиратка. От бедра идет. Клево. Где? Понял, убили. Они там все вдвоем сейчас. Так, я пойду, пожалуй, здесь. Черт, меня увидели. Они все там вместе. Не знаю, что происходит, но полный капец. Ага. Как бы этот, наверное, дым не должен действовать на тех, кто в него только вошел. Ладно, я побегу здесь. Я подошел спокойно и убил. И еще одну убил. Да-да-да, естественно, пинайте меня. За что вы меня пинаете? Так, я, пожалуй, пойду туда, к следующей. 800 дали. Охренеть. Без всяких ядов. Блин, меня кто-то увидел. Отстой. Ага. Окей. И не помогло никому этот, не помог никому этот дым. Контракт lost? Что? Как, мне дали... Я убил не того? Да ладно, я же ту отметил. Не знаю, что там сейчас происходит, но полный капец. Чего? Я не знаю, что про... В этой херне непонятно, в кого можно попасть. Просто прицел мельтешит с одного игрока на другого. И ни хрена непонятно, в кого ты прицелился, на кого ты прицелился. В такой суматохе фиг поймешь. Блин, это далеко слишком. Успей за 30 секунд добежать.
Так, это получилось абсолютно случайно. Капец какой-то начался снова. Я не знаю, что это было. Но я даже на 7-м месте. Даже с такой, в принципе, неплохой игрой получилось. Видимо, игроки собрались действительно хорошие на этот раз. Раз никто не вышел. Потому что выходят обычно сосунки такие, и дети, которые меня убивают. Я не могу убить его. Би-би-би-би-би-би. Но все-таки, если выходить, то в конце матча, ну не обламывать же всех за то, что ты вышел в середине и никто не смог доиграть. А здесь казалось достаточно хорошо. Правда, я на 7-м месте закончил, ну и ладно. Тот чувак, который с ядом был, он, конечно, зажег. Он меня 2 раза убил, получил, можно сказать, только за это 1000 целую. Давайте сопровождение. По-любому никто не проголосует, все будут голосовать за охоту на сиение, да? Ну да, это было очевидно.